Футболисты «Монако» в гостях чуть не весь матч безуспешно, бесплодно атаковали ворота бельгийского «Льерса». И лишь за четверть часа до конца Виктор Икпеба великолепно по красоте удара забил единственный в этой встрече гол. Вообще надо отметить, что «Льерс» хоть и проигрывает, но большей частью сопротивления оказывает достаточно упорное. Будет ли так до самого конца?